Всем привет, друзья мои! Сегодня мы смотрим тестовый сервер Farface, где показан нам новый режим Blitz, карта Вилла для него, Mach-7, помповое ружье, и его, конечно же, модель из золота, так сказать, и польский модульный автомат, выполнение по схеме Була ПАП, МСБС Радор. Да, Радор. Ну что же, давайте начнем. Ну теперь мы перейдем непосредственно к Mach-7. Урон у него 680, дальность 6,5, темп стрельбы 128, точность прицеля 73, точность от бедра 58, емкость с магазина 5. Штурмовая винтовка МСБС Радор, урон у нее 84, дальность 14, темп стрельбы 650, точность прицеля 29, точность от бедра 20, емкость магазина 30. Она похожа на Impel по урону, конечно, и темпу стрельбы. Хорошие у него там стрельбы, зато вот радует. И урон у него 84. Это очень хорошо даже. В новом обновлении у нас будут изменения в коробках удачи с камуфляжами. Меняется способ получения главных наград из коробок, содержащих оружейные камуфляжи. Теперь каждый скит выпадает только один раз. Это нововведение окажется особенно полезным при открытии коробок, содержащих наборы предметов. Теперь собрать полную коллекцию станет еще проще. Прочие изменения. Сейчас я вам их зачитаю. Первое. Теперь вы сможете посмотреть информацию о том, кто предлагает вступить в клан, подружиться или зовет в совместную игру. Для этого достаточно нажать на игровое имя персонажа в окне приглашения. Второе. Улучшена система кэширования моделей оружия, что должно уменьшить вероятность появления фризов во время матча. Третье. Улучшена система сортировки предметов в игровом магазине. Теперь предметы, которые нельзя купить из-за низкого ранга, будут находиться в конце списка. Четвертое. Короткое время после возрождения игрока в режиме мясорубка вражеские мины будут детонировать с небольшой задержкой. Если в снаряжении игрока есть ботинки, которые имеют аналогичный бонус, то будет выбран максимальный показатель. Пятое. Изменились правила установки модулей на оружие, подобранные после смерти другого персонажа. Если игрок подбирает чужое оружие, то он сможет использовать только те модули, которые были установлены в момент смерти противника. Если игрок подбирает свое оружие, то можно установить все модули, доступные игроку. Ну, в принципе, это все. Ждем обновления на основных серверах нашей любимой игры Farface. А вас, друзья, попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Всем спасибо, всем пока.